Labdien, sportisti! Kā iet, kā jūtas? Skartībā? Ok, labi. Vai mekla vieta. Plāta drustiņi. Nu, gatavs? Мы находимся в Янулане, спорт-центр. Здесь мы, как видите, занимаемся борьбой. Тренируемся здесь. У нас здесь хорошие условия, благодаря Паше Любоолайне. Все условия созданы. И прекрасный зал, прекрасные условия. Но здесь мальчики, девочки разные возраста. Это одна тренировка, да? Да, это сейчас находится плюс-минус, они одинакового возраста. Это одна группа. У нас таких 4 группы занимается каждый день. А самый маленький это какой? Самый маленький это дошкольный возраст, там нету никакой борьбы, это просто акробатика, игры. Физкультура? Да, общее физическое развитие, можно сказать так. Но они отдельно занимаются? Да, конечно, отдельно. У них свое время, свои дни. А в каком возрасте нужно приводить ребенка на борьбу? Хороший вопрос. В зависимости для чего. Если мы хотим заниматься просто общеразвивающей, это можно даже уже с 5 лет. Если уже говорить конкретно о борьбе, тогда я считаю где-то самое раннее с 10 лет. Ну, допустим, если в 13 он придет, это уже поздно? Нет. Может наверстать? Конечно. Это очень индивидуально, зависит от человека. Один может прийти и в 13 стать чемпионом, другой может с 8 заниматься и ничего не добиться. Есть такой стереотип, что до сих пор есть, что борьба это не женский вид спорта. Что вы на это отвечаете обычно? Интересный вопрос. Ну, я думаю так, да, что девочки сегодня развиваются, идут вперед, и им нравятся такие виды спорта. То есть, если раньше это были там теннис, только, может, там какие-то конькобежный спорт или фигурное катание, да, то сегодня, как вы видите, у нас в зале присутствует много девочек, тренируются, и это хорошо, чем они будут, скажем, где-то дома в телефоне сидеть или там еще чем-то другим заниматься, лучше пускай они здесь тренируются, занимаются. А с каждым годом больше девочек становится? Или примерно на одном уровне? Знаете, от года все зависит. В один год их прибавляется, в другой год их как-то меньше. Но очень зависит от результата. Если, например, девочки видят, что есть результат, что есть стимул роста, что идет развитие, то от этого очень много людей приходит заниматься. Как чаще всего это какой-то папа захотел, чтобы его ребенок пришел заниматься борьбой? Или дети сами проявляют интерес? Это тоже бывает по-разному. На самом деле есть такие дети, которые только под условием, что родители их приводят сюда, заставляют, и они тренируются. А есть, которые дети сами хотят прийти и тренироваться. Популярность растет вот в целом борьбы в Латвии? Я думаю, да. Лучше. Ну, по крайней мере, точно не хуже. Ну, то сравнивать эти 5 лет назад, например, да, и сегодня. Ну, это тоже зависит от городов, от работы тренеров. Очень сильно от этого зависит. То есть, может быть, сегодня, например, в каких-то городах она стала чуть хуже, а в каких-то городах прибавилась. У нас в Олане только идет вперед. Принято считать, что Даугавпилс такой центр латвийской борьбы. Это до сих пор так или меняется это? Даугавпилс очень сильная школа борьбы, очень большие традиции борьбы. Да, она является, наверное, одна из самых сильных школ на сегодняшний день, которые, есть еще школы, которые создают конкуренцию, но она одна из самых сильных школ сегодня, Даугавпилсская школа. У вас в школе главная звезда – это Элма, насколько я понимаю. Не знаю, можно уже так говорить про нее? Или пока вы боитесь таких слов? Звездой назвать тяжело, конечно, но мы стремимся к большим успехам, да. У нас была Лаура Скуня, которая сейчас перешла в тренерскую работу, да. Она была, у нас являлась призеркой мира, чемпионкой Европы по юниорам, призеркой Европы была. И как бы сейчас вот наши дети стремятся к этим большим вершинам. Я думаю, надеемся, что не подведем. У Элмы, я так понимаю, следующая ставка – это Олимпиада или до этого тоже какие-то есть планы? Да, у нас в этом году чемпионат мира будет в конце года. Мы готовимся туда. У нас сейчас в данный момент 2 человека готовятся на этот чемпионат мира. Это чемпионат мира U23, Алина Антипова будет участвовать, и по взрослым Элма Зедвара. А главная ставка у нас в 2028 году – Олимпийские игры. Меня зовут Элма Зедвара, мне 25 лет.
Cīņu es nodarbojos jau kopš 9 gadu vecuma un pagaidām cīnos 75 kg. Kāpēc tu izvēlējies cīņas sportu? Tu atceries? Tas bija tāds diezgan nejaušs lēmums. Mans brālis tajos senajos laikos aizgāja uz cīņu sportu un es arī vienkārši gribēju pievienoties brālim. Un tā arī paliku. Man patīk, ka tas sporta veids ļoti visatīstošs, tā tad attīstās dažādas jomas, gan izturība, gan fiziskais spēks, gan mentālais spēks, mentālā noturība, kā arī, teiksim tā, koordinācija, tāpēc, kad cīņā ļoti liela sastāvdaļa ir tehnika. Man patīk, kad ir kolektīvs, tas ir ļoti forša komandas sajūta. Un, protams, tie momenti, kad tu jau esi Eiropas pasaules čempionāta piedestālā, tie, protams, arī ir vislabākie momenti. Mani ģimenes locekļi un draugi, viņi, teiksim tā, ne ļoti to saprot, kā cilvēks var nodarboties ar viņu izpratnē tik smagu sporta veidu. Bet, jā, viņi ir ļoti atbalstoši un seko līdzi maniem panākumiem. Tā kā, jā. Tu nekad neesi dzirdējusi, ka cīņa sports nav domāts maitenēm. Jā, jā, protams, ka esmu dzirdējis. Ko tu atbildēji uz to? Es īsti nezinu, ko uz to atbildēt, jo tas ir ļoti stulbs statements. Es nezinu, es domāju, ka katra meitene, kura nodarbojas ar cīņu, viņa to dara aiz tādām pašām motivācijām, kā to dara puiši un vīrieši. Sevis pierādīšana, sevis attīstīšana. Jā. Tu nesen augustā laikam saņēmi bronzas medaļu par pasaules čempionātu, jā, kurš bija 3 gadus atpakaļ. Jā. Kādas tev bija emocijas? Tas bija priecīgs moments vai pēc 3 gadiem tas jau nav? Nē, tas bija tāds ļoti pozitīvs moments. Protams, es priecājos. Nu, tas bija tāds ļoti negaidīts bonus, teiksim tā. Mm-hmm. Jo, nu, protams, nav tā sajūta, ka tā medaļa ir izcīnīta tādā tiešā ceļā. Bet jā, kopumā. Pozitīvs moments manā karjerā. Tuvākajā nākotnē man galvenais mērķis ir noteikti pasaules čempionāts pieaugušajiem, kas tagad būs pēc 2 mēnešiem, jau novembra sākumā, oktobra beigās. Jā, nu, tas ir tāds, uz ko es pagaidām gatavojos. Vai mēs redzēsim tevi Olimpiskās spēlēs ASV? Es ļoti ceru. Es domāju, ka ceļš vēl ir ļoti tāls, 4 gadi. Tas arī ir mērķis. Tas ir mērķis, jā. Tas ir, teiksim tā, tas ir tas pats augstākais ķirsīts uz saldējumu, kā to saka. А в какой момент вот можно по ребёнку понять, что у него большое будущее будет? Наверное, 8 лет ещё ничего не понятно. Нет, вообще ничего не понятно. Я объясню. Здесь торопиться нельзя. Знаете, чем человек быстрее торопится, можно очень быстро сделать так, чтобы ребёнку это надоест. Здесь должно быть совместная работа тренеров, родителей и сам ребёнок должен хотеть. То есть тогда получится все хорошо. Борьба это не заключается прийти в зал, потренироваться и уйти. Это как бы вокруг борьбы должна быть вся жизнь. Соблюдение режима, дисциплины, сам тренировочный процесс, конечно же. Как вы думаете, не знаю, тоже такие громкие, может, заявления преждевременные, но у той же Элмы или у кого-то есть шансы превзойти Анастасию Григорьеву? Анастасия Григорьева – великий спортсмен. И на сегодняшний день она одна из лучших спортсменок Латвии и в борьбе самая лучшая. Но мы будем стараться показать, скажем, тоже хороший результат, но Насте надо отдать должное, это великий спортсмен. Я когда готовился, смотрел интервью с разными спортсменами, и про женскую борьбу говорят, что в ней больше грязных всяких приемов, чем в мужской. То есть там девушки умудряются там за волосы как-то незаметно дернуть. Это часто встречается, не знаю, на латвийских соревнованиях, международных соревнованиях, или есть какие-то определенные страны, которые промышляют чем-то таким? Вообще борьба сам по себе, он жесткий вид спорта, да, скажем так. И да, встречается в женской борьбе такое, что девочки дергают за волосы, но это индивидуально от людей зависит. То есть нет такого, что ну, конкретно, примерно в этой стране так или в той стране так. Нет, это просто зависит от человека. Некоторые люди готовы пожертвовать всем, лишь бы победить. В том интервью, по-моему, про азиатских спортсменок так говорили, что они любят такое. Ну, не знаю, например, поставим пример японок, азиатские спортсменки. Ихней дисциплине, ихней борьбе надо позавидовать и учиться всем. Очень воспитанно, очень дисциплинированно, никогда никакой грубости я не видел.
Uz otrā pusi. Uz otrā pusi. Labi, aiziet šeit. Меня зовут Маргарита Кириллова. Я занимаюсь вольным борьбой с 9 лет, с 2012 года. Мне 14 лет. Я выступаю в весовой категории до 64 килограмм. Как ты оказалась в борьбе, ты помнишь? Мой папа раньше ходил на борьбу. И когда в Пионолоне открылась спортивная секция вольной борьбы, мой отец решил отвезти попробовать, побороться. И тебе сразу же понравилось или прошло время как-то? Прошло время, как вот то, как мне начало получаться, только тогда мне начало нравиться. Где-то прошло полтора года, может, меньше, только вот с того момента. В этом виде спорта мне нравится то, что здесь можно много чего достичь. Тут работают прекрасные тренера, мне очень нравится то, что развивает все группы мышц, работает все тело. Я тоже нарабатываю физическую силу, так выносливость тоже работает. Ну, про папу понятно, ты сказала, что он тебя привел, соответственно, он доволен. А что другие твои родственники или одноклассники говорят, думают насчет твоего увлечения? Ну вот все мои родные поддерживают меня очень сильно, все за меня болеют, любят меня. Тоже мама, папа очень хорошо относятся к тренерам, тоже ко мне. Очень сильно помогают. Там покупают всякие вещи, которые мне нужны для этого спорта. Я попрошу, они там посоветуются, купят. Вот. Друзья тоже не против, вообще тоже прекрасно относятся. Некоторые хотели пойти, но так как этот вид спорта такой довольно сложный, забоялись, не пришли. Но ты никогда не слышала, что борьба это не для девочек? Слышала, но я так не думаю. Что ты отвечаешь вот на это? Я не думаю, что это... Этот вид спорта не для девочек, потому что вообще, в принципе, ну, как по сути, я думаю, то, что если так считать, то все виды спорта не для девушек, то, что, ну, они должны быть более женственные. Фигурное катание не для мальчиков. Ну, такое тоже есть стереотип. Ну, да. Не знаю, я как-то вообще не задумывалась по поводу этого вопроса. Я думаю, то, что... Все могут заниматься этим видом спорта. Какие у тебя цели на ближайшее будущее, на год вперед или вообще в целом в карьере твоей? Ну вот сейчас я планирую, у меня в планах в следующем году выиграть чемпионат Европы U15, стать первой. Это вот в моих целях, я буду очень стараться. А так в будущем я очень хочу поехать на Олимпиаду, выиграть, возможно, занять какое-то призовое место и поехать домой, счастливая. Может быть, стать даже неоднократной чемпионкой, там, не знаю, Европы, мира, Олимпиады тоже очень хочу. Меня зовут Дарья Маркова, я занимаюсь борьбой 2019 года, мне 14, и я выступаю в категории до 62 килограмм. Как ты оказалась в борьбе, ты помнишь? Да. В 2019 году тут открылся клуб по борьбе, и родители решили отвезти меня попробовать. Ты из Олайны, да? Сионолайн. И тебе сразу понравилось или нет? Ну, сначала, ну, так, наполовину, потому что сначала было очень сложно, потому что, ну, сложно было физически. Потом уже очень понравилось и осталось тут. Ну, это папина, да, идея была или нет? Ну практически папина, да. А родственники, друзья, родители, не знаю, бабушки, дедушки, кто-нибудь? Все поддерживают тебя или некоторые говорили, что девочка не должна этим заниматься? Меня все поддерживают в этом, но одноклассники сначала говорили то, что это не женский спорт, это что лучше ходить на танцы. На танцы? Да. А почему ты не пошла на танцы? Ну, потому что мне тут нравилось. Мне было все равно на их мнение, что они думают. Но сейчас уже нет никаких там подкольчиков в школе? Нет. Сейчас уже все, ну, все ждут меня на скамеечке там сидит. Сейчас тоже девочка с моего класса, одноклассница. Сейчас уже, наверное, боятся тебе что-то сказать, нет? Да, ну так есть такое ощущение. Я не знаю, почему боятся, я такая добренькая вообще. В жизни ты не применяешь навыки? Нет. Нет? Нет. Ну это хорошо, что тебе не пригождалось. Ты хочешь связать будущее свое с этим видом спорта? Да, я хочу заниматься как можно дольше вольной борьбой. Я хочу в следующем году стать чемпионкой Европы U15. И, ну, в будущем поехать на Олимпийские игры, выиграть Олимпийские игры. И если получится, то тоже не один раз выиграть Олимпийские игры.
Олимпиада, понятно, это еще не скоро, мы еще от Парижской не отошли, но на ближайшие полгода-год какие у вас планы? Лично у вас, как у тренера, что-то? И среди спортсменов, зачем следить, где нам читать, узнавать новости? Что ближайшее? Ну, ближайшие, вот, например, если так посмотреть, самые большие старты, ближайший чемпионат мира у нас получается. Два чемпионата мира, это конец октября, они пройдут оба в Албании. Тирани первый будет чемпионат мира U23, угу. После чего стартуют уже взрослые. Дальше у нас, конечно же, в этом году мы опять ставим ставку на своих подрастающие поколения. Это Дарья Маркова и Маргарита Кириллова. В прошлом году они завоевали, в этом году они завоевали серебро. Дарья Маркова в категории 62 кг и Маргарита Кириллова в категории 66 кг. В следующем году они еще в этой же остаются в возрастной группе U15, угу. И будут уже спорить за золото, чтобы поднять наш флаг Латвии выше всех и чтобы наш гимн звучал на всю Европу.